Винисиус уговаривает Дэвиса перебраться в мадридский Реал. Карим Бензема может вернуться в топовый чемпионат. Безумное мадридское дерби. Барселоне нужен Калвин Филлипс. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Аренда полузащитника Манчестер Сити и сборной Англии Калвина Филлипса в Барселону находится на грани срыва. Об этом сообщает Sport ES. По их информации, каталонский клуб заинтересован в сотрудничестве с полузащитником. Однако руководство синегранатовых не намерено платить за 6-месячную аренду футболиста. Ман-Сити, в свою очередь, на данный момент не готов пойти на подобные условия. Филлипс перешел в Манчестер летом 22 года из Лидса за 49 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок сыграл за горожан всего в 10 матчах во всех турнирах, где провел на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Арно Данжума, который выступает на правах аренды за Эвертон, может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По его информации, в подписании футболиста заинтересован Лион. Боссы французского клуба в первую очередь рассматривают вариант с 6-месячной арендой атакующего игрока. Эвертон на данный момент не желает досрочно расторгать арендное соглашение с Вильяреалом. Контракт игрока с Вильяреалом действует до конца июня 2026 года. Челси установил цену в 50 миллионов фунтов за нападающего Армандо Брою, который доступен для трансфера в этом месяце. Только накануне издание The Athletic сообщило, что Челси готов продать Брою в январе, даже если не обзаведется другим нападающим. По информации The Telegraph, на Стэмфорд-Бридж верят, что реальная стоимость 22-летнего игрока находится в диапазоне от 50 до 60 миллионов фунтов. Такие выводы синие делают, исходя из цен на других нападающих. Например, прошлым летом МЮ потратил 72 миллиона фунтов за Расмуса Хёйлунда, а Брайтон рассчитывает выручить свыше 100 миллионов фунтов за Эвана Фергюсона. К Брое, который забил 2 гола за Челси, в этом сезоне существует интерес со стороны Вулверхэмптона, Фулхэма, Вестхэма, а также из-за рубежа. Челси не собирается довольствоваться меньшим, благо у Брои есть контракт до 2028 года. Фанаты Ромы выступили против руководства клуба. Тифози римского клуба болезненно отреагировали на новость об увольнении главного тренера команды Жозе Моуриньо. Об этом сообщает итальянская пресса. Рядом с клубной базой в Тригории появился билборд, на котором изображен владелец Ромы Дэн Фридкин. А под его фото виднеется надпись «Фридкин аут». Активные болельщики Ромы видят в неудачах команды бизнесмена, а не Жозе Моуриньо. Манчестер Юнайтед хочет наладить финансовое положение в январе. По информации ESPN, клуб хочет подготовиться к летнему трансферному окну, несмотря на то, что подписание новых игроков в январе не исключено. Усиление состава не является первоочередной задачей. Отмечается, что клуб по-прежнему находится в трудном финансовом положении, однако ситуация нормализуется благодаря контролю расходов. Согласно отчету, за первый квартал Манчестер Юнайтед заработал 157 миллионов фунтов. На 9,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года. Это рекордная сумма для клуба. Предыдущий максимум в 143 миллиона фунтов был достигнут в 2017 году. Также сообщается, что Джиму Рэдклиффу, который выкупил часть акций МЮ, будет принадлежать 27,7% акций и 28,7% прав в голосовании по корпоративным вопросам. Ожидается, что сделка будет утверждена в феврале. Нападающий мадридского Реала Винисиус Джуниор убеждает Альфонсо Дэвиса покинуть Мюнхен. Канадский левый защитник до сих пор не согласовал с Баварией новый контракт, в то время как действующее соглашение истекает уже через полтора года. За ситуацией наблюдает Реал, который, вероятно, попробует подписать футболиста уже в предстоящее межсезонье. По информации Релева, за последние месяцы Винисиус неоднократно связывался с Дэвисом. Бразилец пытается убедить латераля решиться на переезд. Как отмечает издание, ранее нападающий сливочных аналогичным образом участвовал в переговорах с Джудом Беллингемом, когда тот выступал за Дортмундскую Боруссию. Нападающий Ювентуса Мойзе Кин может покинуть туринский клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщает Фабрицио Романо. По его сведениям, Кин хотел бы сменить клубную прописку этой зимой.
нападающего не устраивает положение в туринском клубе. В частности, он хотел бы получать гораздо больше игрового времени. Бьянканери, в свою очередь, не против расстаться с Мойзе. Юви готов рассмотреть вариант как с продажей футболиста, так и с арендой. При этом «Зебры» хотели бы получить выгодное для себя предложение с финансовой точки зрения. Мойзе Кин является игроком «Ювентуса» с июля 2023 года, а его контракт действует до июня 2025. Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность перехода французского нападающего Аль-Итихада Карима Бензема на правах аренды до конца сезона, сообщает Team Talk. По информации издания, конкурентом канониров в борьбе за подписание игрока будет лондонский «Челси». Бензема перешел в Аль-Итихад минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость – 15 миллионов евро. Один из лучших бомбардиров Бундеслиги Сиру Гераси определился со своим будущим. Как сообщает Sky Germany, футболист останется в Штутгарте до конца этого сезона. В данный момент никто из заинтересованных клубов пока не предпринимал конкретных действий для трансфера Гераси. Нападающего ранее связывали с Манчестер Юнайтед, Ньюкаслом и итальянским Миланом. В контракте футболиста есть отступные в районе 20 миллионов евро, но пока ни один клуб не обозначил намерение заплатить эту сумму. Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании контракта с английским полузащитником Джорданом Хендерсоном, ранее выступавшим за саудовский «Аль-Итифак». Игрок подписал соглашение с «Аяксом», рассчитанное до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать за клуб из Нидерландов под 6-м номером. 33-летний Хендерсон выступал за «Аль-Итифак» с лета 23-го. До этого полузащитник провел 12 лет в английском «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 результативными передачами. Вчера состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». В концовке первого тайма на 39-й минуте Самуэль Лино открыл счет в матче, выведя «Атлетико» вперед. Вскоре на 46-й минуте «Реал» сравнял счет благодаря автоголу вратаря «Атлетико» Яна Облака. Во втором тайме на 58-й минуте Альваро Мората вновь вывел «Атлетико» вперед 2-1. На 82-й минуте «Реал» сравнял счет после точного удара Хаселу. В первом овертайме на 100-й минуте Антуан Гризман вновь вывел свой клуб вперед, а на 119-й Рикельме удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счет 4-2.